Всем привет! И в этом видео я вам покажу свой заказ с сайта BB Cosmetic. Это сайт с корейской косметикой, огромный ассортимент, множество марок. Косметика идет прямиком с Кореи, очень быстрая доставка, я уже второй раз заказываю. Первое, что я вам покажу, это самое интересное из всего заказа. Это вот такой вот набор интересных помад. Это сухие помады, очень, да, странно звучит. Я с первого раза просто влюбилась в эти помады. Давайте покажу, как же они выглядят. Вот такая вот коробочка идет. В наборе идет 4 оттенка разных помад. Сейчас прямо на себе покажу, как же эти помады действуют. Так, какой же оттенок я вам покажу на себе. Выберу оттеночек 03 Sugar Rose. Вот так выглядит упаковка. Открываем. Вот такой спонжик. Видите? Осыпается пудра. Давайте покажу ее в действии на губах. Я взяла специально зеркало. У меня губы сейчас сухие, но, как я помню, она особо не сушит губы. Становится влажный сразу же. Вот такая красота. И вторую губу. Помада сразу же становится матовой, как вы видите, она совершенно не блестит, ничего не отражает, не ощущается на губах совершенно. Она, то есть, в упаковке идет как пудра, на спонжике она пудра, только она соприкасается с кожей, с губами, она сразу же тает, превращается в какую-то такую жидкую, холодную водичку, и сразу же на губах опять-таки застывает, становится пудрой, совершенно губы не сушит, не чувствуется, но долго держится. Конечно же, смоется, если вы будете что-то жирное есть. Цвет просто бомбический. Все цвета очень красивые, разные, интересные. Ремувер отлично смывает помаду, но и обычное средство тоже хорошо все смоет. Потрясный, просто потрясный и цвет, и текстура. Это что-то новое, такого не было еще. Очень всем советую на лето. Это будет просто мой must-have, потому что цвета сочные, яркие, не ощущаются на губах. Я о таком только мечтать могла. Очень довольна. И да, просто красота. Я уже в Инстаграме делала пост и тоже писала, какой восторг у меня вызвали помады пудры. Я в восторге, просто в восторге. Очень советую. Далее из декоративной косметики я заказала вот такой вот тональный крем от Миша. Это BB крем. Очень легендарный, нашумевший BB крем. Вот такая вот упаковочка. Удобная упаковка с помпой. У
Оттенок 21 Light Beige. В этом BB-креме SPF 42 аж идет. Очень сильная защита от солнца. Что могу сказать? Я им уже, конечно же, пользовалась. Когда его нанесла, ничего такого сверхъестественного на коже я не заметила. Он выглядел как обычный тональный крем. Очень хорошо, кстати, перекрывает все покраснения, неровности и так далее. Плотный довольно-таки. Но, когда прошло где-то часа 4 или 5, я случайно совершенно посмотрела на себя в зеркало. Я была просто в шоке, насколько ровной, чистой и фарфоровой, можно сказать, выглядит моя кожа. Она была очень красивая, вот прям реально. Тонального крема совершенно не видно, даже если вот так вот близко-близко подойти к зеркалу, я вообще не заметила тонального крема, то есть была просто красивая, здоровая, чистая кожа. Очень красиво, впервые такое замечаю, потому что обычно я тон вижу на своем лице, если сильно присмотреться, но тут такого не было. Он как-то прям слился с кожей, я была в шоке. Потрясающий. Цвет очень красивый, такой светлый какой-то, прям, ну реально фарфоровый, можно сказать. Смывала я его обычными умывалками, хотя надо его смывать гидрофильным маслом, но и умывалками тоже он у меня хорошо смылся. Я 2-3 раза умывалась, чтобы все точно смыть, так что нормально смыла его. Стойкий, крутой, очень советую, кто еще не пробовал. Стоит своих денег, он очень красивый, и я постоянно слышу хорошие отзывы на него, и вот наконец-то я его тоже сама попробовала и убедилась, что он реально очень классный. Заказала вот такую вот пенку для умывания от марки Холика Холика. Всем известные вот эти вот упаковки в форме алоэ. Есть еще знаменитый алоэ сыворотка. То есть там чистая алоэ идет, там 90 с чем-то процентов вообще, 99 или как-то так. Сыворотка с алоэ, она мне попадалась очень много раз в коробочках красоты, в пробниках. Мне безумно понравилось. Я бы с радостью тоже купила, но я решила заказать вот такое вот средство для умывания. Это вот такой вот прозрачный гель в такой интересной тоже упаковке. Кстати, упаковка очень такая плотная и прочная, и довольно-таки сложно выдавить оттуда гель, потому что она совершенно почти не гнется. Довольно много я уже использовала, как вы видите. Очень хорошо с сухой кожей он справляется. Он вообще идет как отшелушивающий или что-то такое. Короче, для сухой кожи он просто потрясающе подходит. Реально отлично чистит кожу, совершенно не сушит. Также он может смыть макияж, но я макияжем все-таки не смываю. Нужно выдавить совершенно чуть-чуть его на ладошки, растереть. Он сразу же превращается в пену. Мне нравится ему умываться, так что я советую тоже вам, у кого сухая кожа, мне кажется, он вам тоже отлично подойдет. И последнее из ухода — это вот такие вот гелевые патчи для глаз от марки Coelf, как-то так она читается, тоже корейская марка, вообще я такую раньше не видела, если честно. Красивая очень упаковочка, там большое количество разных патчей для глаз, вообще я еле-еле выбрала. От этой марки тоже их там большое количество, было сложно определиться. На самом деле у меня особо нету проблемы с мешками или с синяками под глазами, но все равно для интереса я заказала, потому что многие их все время показывают, хвалят, и мне тоже было очень интересно попробовать. Вот так вот выглядит упаковка, очень такая прям девчачья, мимишная, розовенькая, с цветочками. Открываем. Вот такие вот патчи тут идут. Красивые, да, такие розовенькие с золотым отливом. Эти патчи, если честно, мне вообще ничего не дали. Я делала сравнительные фото, и глаза какие были, такие и остались. Ничего вообще не поменялось. Именно для меня ничего они совершенно не сделали. У меня, как я говорила, нет никаких проблем с мешками или синяками. Так что мне ничего эти патчи не дали, но было приятно ими пользоваться. То есть я их накладываю под глазки, и такой приятный охлаждающий эффект они дают. Немножко такой какой-то покалывающий, мне это нравится. Но я все равно очень рада, что я их попробовала. Дальше, конечно же, не буду покупать, но эти обязательно допользую. И вот такой вот заказик у меня получился. 3 из 4 продуктами я очень довольна. Ссылки все на продукты я вам оставлю внизу. Оставляйте свои комментарии под видео, обязательно на все отвечу. Напишите, видели ли вы вообще такие помады раньше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Спасибо вам большое за внимание и всем пока!